Почти 7 тысяч жителей Московской области на портале «Добродел» проголосовали за включение дорог региона в программу ремонта на 2018 год. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. На «Доброделе» в разделе «Дороги» идет открытое голосование, где каждый желающий может отдать свой голос за одну дорогу, а также оставить комментарий с фотографией по участкам, вошедшим в программу 2018 года. Для того, чтобы оставить свое предпочтение, на интерактивной карте нужно выбрать свой муниципалитет, а во вкладке «Дороги» на голосование – определенный участок. К примеру, в Люберецком округе 7 дорог уже включены в план ремонта на 2018 год. А из предложенных 26 участков отремонтируют те, которые выберут жители. Голосование продлится до 1 февраля. Напомним, подобный опыт в Подмосковье уже есть. Весной прошлого года жители региона через портал «Добродел» выбирали дороги, нуждающиеся в ремонте. По итогам голосования в 2017-м отремонтировано около 400 километров областных дорог, что составило 13% от общего объема работ. Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.